с 18 на 19 февраля. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения состоится ночная молодежная литургия, которая пройдет в храме на Крови. Нет ничего важнее литургии в жизни христианина. Литургия – это место соединения человека и Бога, время общения с Ним. Приглашается молодежь Екатеринбурга разделить вместе радость евхаристического общения, вместе помолиться, попросить божественной помощи, причаститься святых Христовых тайн. Начало богослужения 18 февраля, пятница, вечером в 23 часа. Ждем каждого. С нами Бог.